Rubio. Я ведь повеситься уже хотел. И веревку взял, и суп в саду присмотрел. А Танька приходит и говорит, беременная. Год тому назад. Они что, по-прежнему конфискуют русские ценности? Не могу, но и не подпишу генеральный контракт. Эй! Кто это прошел? Погляди-ка. А кто его знает? Они каждый день нанимают новых. Жарище тут. Это паровоз, мой мальчик. Надо привыкать. Двинемся в Россию, будет еще жарче. Товарищи, вы свободны. Зачем ты их отпустил? А зачем губить людей? Я сам поведу.
начальник станции. Говорят, у вас тут прячется. Я спрашиваю, где начальник станции? Да кто у вас тут поезда-то отправляет? Здесь люди не сложа руки сидят, которую ночь не спят, а вы... И чем вы прикажете вас вывозить? Этим, что ли? Так он не ходит, его надо сделать. А им вон поесть некогда. Так что вы не плачьте, успокойтесь, не плачьте. Ты посмотри, что там делает. Виктор, тебе поесть надо. Да какой тут поесть? Надо сегодня во что бы то ни стало закончить. Мы завтра уезжаем. Как? Завтра? Я думала... Нет, нет.